Так, приехали на площадку. Это школа, короче. Школу, где Катя. Я хочу сейчас с Настей поучить баскетболу, хотя я сам не умею играть. Да, Настя? Да. Не умею играть в баскетбол, покажи мяч. Настя. Я сам не умею играть, но поучусь. Хай. Хай. Погода сегодня просто шепчет. Ну, прохладно уже. Ну, прохладно уже, тут да? Ну, вообще от озера. Мама, я надо, чтобы ну, осень, как вы думали. Короче, почему я хочу Настю научить играть в баскетбол? Потому что у нее было соревнование по баскетболу. Короче, она у меня спросила. Я наблюдал, как она там бегала. Она спросила, папа, как я играла в баскетбол. Если честно признался, не могу врать, тем более родной дочери, и сказал, что бегала ты хорошо, а играла не очень. Она, во-первых, боится мяча, ну, ловить мяч, боится перекрывать другого соперника. Ну, в общем, я сам не умею играть в баскетбол, но какие-то азы в школе я проходил еще давно, когда в школе учился. Поэтому сейчас попробую ее научить баскетболу, хотя сам не умею. Она боится очень мяча, боится соперников, и просто она поэтому по спортзалу бегает, и все. Нужно не бояться мяча, нужно не бояться соперников. Вперед и вперед. Он, на его накачать. Короче, значит. Смотри, баскетбол. Выучить игры в баскетбол, так? Никогда не бойся соперника своего. Никогда не бойся ловить мяч. Если он даже попадет в лицо, ничего страшного. Как ты ловишь мяч, когда он с верха падает? Как его? Руками. Ну как? Покажи, вот сами руки. Вот так. Вот. Не так пальцем, чтобы его. Потому что если попадет мяч по пальцу, понял? Да. Боль, больновато. Вот. Значит, отбивай. Отбивай. Лови. Молодец. Давай. Лови. Есть. Так, молодец. Теперь стоит. Соперник стоит, чтобы тебя перекрыл. Что ты должна делать? Когда да, да. Не так его, а быстро. Раз. Когда увидела момент. Давай вот так вот с мячом, да, я сзади. Вот, я стою. Да, да, да. Не бойся забирать мяч, поняла? Смотри, это есть. Второй нюанс такой. Я не помню, сколько там два шага надо делать. Раз, два, и ты кидаешь. Поняла? Два шага делаешь и кидаешь. Нет, сначала нужно, ты вот ведешь, раз, раз, потом, оп. Понимаешь, о чем я? Два шага делаешь и кидаешь. Раз, два, все, все. Если ты три шага сделал, ну почти. Смотри за мной. Раз. Понятно? Раз, два, кидай. Почти, молодец. Только ты в полете с ним, с этим. А. Вот, смотри. Два шага. Представляешь, что тут два шага. Вот, набиваешь, стоишь. Раз, два. И прыжок. Понятно? Раз, два и прыжок. И прыжок. Только не так. Смотри, как я делаю. Вот, я взял мяч. Взял. Раз, два. И прыжок. Раз, два. Только ты как-то. Все. Без мяча получишь, попробуй. Ну почти, молодец, да. Смотри. Вот набиваешь, да? Раз, два. И кидок. Только ты должна оттуда. Смотри, Настя. Настя. Побегаешь, рассчитываешь чуть-чуть траекторию. Раз,
два, и на этой ноге, как, понял, в полете. Два, кидай. Молодец, молодец, да. Два раза, два. У тебя будет просто потом не защита, понял, два раза. Смотри, раз, раз под ногой. Раз, два. Два, все, кидай. У меня как-то руки вот так вот двигаются. Как? Ну покажи, посмотри. У меня вот так вот как-то руки идут. А что мне как мне нужно? Вот так? Вот, смотри. Вот это отпускаешь, у тебя одна рука только. Вот. Вот. Видишь, попал. Одна рука. Пробуй. Нет. Вот, видишь, как я держу? А это просто придерживает. Вот он бросаю и бросаю, кидаю. Молодец, да. Только старайся цель брать чуть-чуть выше этого кольца. Чуть-чуть. Не так. Чуть-чуть выше. Имеется в виду плавненько. Плавненько. Раз. Теперь ничего не делай. Ты став еще до того, как ты кинешь, идет траектория твоего мяча. И по этой траектории этот мяч должен идти так сказать. Поняла? Посмотрела на кольцо и представляешь, что эта траектория такая пунктирная, визуальная идет сюда. И так по такой же траектории пускай мяч. Давай. По такой же траектории пускай мяч. Почти. Да. Окей, тогда вот, пробуй вот так. Где так? Смотри, можешь двумя руками, не надо одной. Одной ты когда возле там. А двумя ты вот кидаешь сюда. Я представляю траекторию, я еще не кинул. Я представляю, что он попал прямо в корзину. Визуально. Кидай. Он попал. Чуть-чуть предскоком, если тебе это предскоком. И расслабься, будь расслаблен. Представляй траекторию, как ты попадаешь именно. Давай. Двумя руками. Вот, молодец. Молодец. Да-да-да. Вот это уже получилось. Представляю траекторию. Так. Чуть-чуть не попал, видно? Пробуй тут. Траекторию представляю. Как он летит тебе прямо в корзину. Давай сначала немного поближе, потом подольше. Ну давай. Поняла? Расслабленная. Нужно вот, Настя, размах. Молодец. Во, лучше. Смотри, как делать, смотри. Вот, на мои ноги смотри. На мои ноги смотри. Репетируй. Да. Thank you.
Давайте. Ну, получается уже так. Кидай! Кидайте. Давай, я тебя заберу. Смотри. Смотри, как Настя. Давай, Настя. Как я тебя учил. Оп. Умница. Вот это молодец. Поняла как? А ну я вообще не баскетболистка, но можно я тоже. Да. Давай, Катя. Первый раз заказали KFC, крылышки, тут огромный пак, ведро KFC, крылышек, тут разных бедрышек на $30, на $31 в общем вышел. Ну огромный пак, это называется Family Meal.